Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления хвостика от петушиного пера отделите несколько бородок. Отмерьте необходимую длину хвостика и закрепите бородки на цевье. После закрепления отрежьте лишнюю часть бородок. Для изготовления крылышка возьмите два пера CDC и закрепите их вместе, находящимся на расстоянии 1/3 длины цевья от колечка. После закрепления наискось отрежьте лишние части перьев. Затем обмотайте нитью место среза. Проверьте местоположение крылышек и, если нужно, подвиньте их к колечку. Затем, отогнув бородки перьев назад, сделайте перед ними небольшой бугорок из монтажной нити. После этого крылышки будут располагаться вертикально. Обмотайте основание крылышка ниткой на расстояние примерно 2-3 мм от цевья крючка. Отведите нить к хвостику. Для изготовления тела мушки нанесите на нить даббинг. Даббинговая нить должна получиться очень тонкой. Затем намотайте ее на цевье, остановив намотку, немного не доходя до крылышек. Для изготовления грудки нанесите на нить другой даббинг. И затем намотайте его от колечка до тела мушки. Для удобства намотки можно отогнуть крылышки в ту или иную сторону. По необходимости добавьте еще немного даббинга и продолжите намотку. В итоге должна получиться толстенькая грудка. После намотки грудки оберните нитью основание крылышка. Для изготовления ёршика закрепите у основания крылышка петушиное перо. После закрепления отрежьте торчащую ось пера. Сделайте 5 оборотов петушиного пера по основанию крылышка, по направлению сверху вниз. После намотки, не ослабляя натяжение пера, поверните мушку в тисках
и закрепите перо у основания крылышка двумя-тремя оборотами нити. После закрепления отрежьте лишнюю часть пера. И в этом же месте сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Соберите бородки крылышка в один пучок и отрежьте их на небольшом расстоянии от крючка. В идеале длина крылышка должна равняться длине цевья. Затем ножницами подровняйте волокна даббинга, торчащие снизу мушки. Мушка готова.